Это я. Это Ева. Ей чуть больше года, и на первый взгляд она вполне здоровый ребенок. Но на самом деле родители девочки каждый день борются за ее жизнь. В первый месяц после рождения ребенку поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия первого типа. Без необходимого лечения детки с таким же диагнозом редко доживают и до 2 лет. Но это лечение дорогостоящее, и в Украине его попросту нет. Мы переехали в Польшу, потому что в Польше есть лечение. Государство Польши предоставляет таким детям лечение. В Украине нас отправили домой. Мы ведем сбор на препарат Zolgensma. У нас есть счет с американской клиники. Американская клиника нам выставила счет на 2 миллиона 234 тысячи долларов. На данный момент мы собрали в порядке 47 тысяч долларов. В Украине СМА болеет 267 пациентов, 69 из которых первого типа. Пока в стране нет ни одной государственной программы лечения, которая могла бы поддерживать больных СМА. Родители больных деток со всей Украины сами создают фонды и сборы денег, чтобы закупать необходимое оборудование и специальное питание. Они даже создают программы, чтобы правильно ухаживать за больными. Естественно, что есть группа детей, объединившихся родителей смайликов со всей Украины. Вот, естественно, есть там председатель этого сообщества «Смайлики Украины», который бьется везде. Они пишут письма, они выходят на пикеты к Министерству здравоохранения. Они бьются, они пишут письма, все. Но в ответ тишина. Просто тишина, потому что невыгодно нашему государству колоть детей за 90 тысяч долларов. Один укол стоит спинораза. Чтобы помочь собрать средства на лечение, объединяются родственники, друзья и знакомые семьи, различные организации и активисты. На выходных в парке Шевченко провели благотворительную акцию с концертом и мастер-классами, а также автопробег, в котором приняли участие более 50 авто. Планируется запустить такой челлендж и в других городах. Мы собирали 50 машин, может быть, конечно, собралось чуть-чуть больше. Сначала мы начинали с нашей точки сбора, за мост на Балковской, потом мы ехали к сити-центру, там мы раздавали флаера, привлекали людей, чтобы как можно больше людей знали о том, что существует такая проблема. И, конечно же, ну, люди откликались, я очень рада, что у нас одесситы действительно готовы на такие добрые дела. Потом мы ехали через 411-ю, ехали на Среднефонтанскую, там была остановочка, и потом через центр города мы приехали на Морвокзал. Если какая-то проблема, беда есть, мы всегда можем совершить поступок, можем объединиться, сплотиться и дать пример нашим детям. Вот наши дети смотрят на нас, смотрят на дело, которое мы делаем, и вот... Они бегают вот вместе с нами здесь и раздают флаера, листовки по всему парку Шевченко. И они сами вот с детства впитывают этот правильный пример, правильный посыл. То есть, что ты можешь помочь, что помогать просто, что добро начинается с каждого из нас. Фантастическая сумма даже для богатых людей. Любое вот что мы сможем, вот где мы сможем помочь, мы будем везде пробовать это делать. Что мы сможем организовать. Из-за СМА у ребенка гиперрефлексия, фасцикуляция языка и выраженные затруднения при сосании, глотании и дыхании. Лекарства от этой болезни нашли только 4 года назад, но они стоят сумасшедших денег. В других странах Европы лечение дети получают по страховке. Запустили программу поддержки на госуровне недавно и в России, где уже вылечили 5 детей. Родители надеются, что в Министерстве здравоохранения Украины тоже рано или поздно обратят на них внимание. А пока вся надежда в лечении на небезразличных людей. Реквизиты на ваших экранах. Анастасия Пивоварчук, Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».